чтобы от души посмеяться над тонким одесским юмором, побродить по колоритной Молдаванке или представить себя загорающим на знаменитом Лонжероне. Не обязательно ехать в Одессу. Она приедет к вам сама 16 ноября. Театр «Лонжерон» перенесет вас даже на знаменитый рынок «Привоз». Рыбные ряды. А там... Лирическая комедия по рассказам одессита Сашки Берштейна в спектакле «Вы меня улыбнули» на 80 минут окунет в неповторимый мир города у моря, в который могут вписаться безусый юнец и седовласый ветеран, домохозяйка и даже топ-модель. Во-первых, она сняла то, что имела в виду, как платье. Я весь мир у свой купальный костюм. Мир содрогнулся и как-то внезапно сузился. На песке образовалось некое подобие прохода, куда и ринулась мадам Берсон голосом покойного командарма, проревев «За мной!». Кроме посещения старого фотоателье Соломона Герца на Бобруйский, зритель увидит и моноспектакль «Тезис нашего двора» 15 ноября на сцене театра имени Дунина Марцинкевича. Заслуженный артист Украины, директор и идейный вдохновитель театра «Лонжерон» Виталий Бондарев расскажет о человеческом великом братстве, доброте, верности, гуманности и о тех вечных ценностях нашей жизни, которые и составляют ее суть. Жить надо вместе. Человеческие ценности одни. Молимся одним богам. Любовь должна править миром, а не ненависть и оружие. Как показывает практика, плача, смеясь и радуясь, зритель сопереживает всем тем персонажам одесского дворика, о которых трогательно и с иронией рассказывает актер. Трагикомическая повесть Александра Каневского в постановке Галины Панибрадис стала лауреатом многочисленных международных фестивалей и конкурсов. Этот спектакль живой. Он уже идет много сезонов, и он не только лечит души зрительские, потому что он добрый, он о милосердии, он о человечности, он о вечном. Ну и он лечит еще и нас в прямом смысле. Вот если ты больной, покажи тезу, и ты выздоровеешь сразу. Одесские гастроли стартуют в Бобруйске в середине месяца. Оба спектакля театра одесского разлива «Лонжерон» без возрастных ограничений. Билеты в кассах и на сайте театра. Елена Кутузова, Константин Шевцов, Бобруйск, 360.